Друзья, есть хорошая народная примета: когда подсолнух начинает созревать, то есть ему до созревания остается буквально неделька-вторая, в это время канарейки собираются идти в линьку. И хорошие канароводы, хорошие хозяева своих канареечек рвут такие подсолнухи и предлагают недозрелые семена подсолнуха молодым канарейкам и взрослым канарейкам, чтобы те хорошо перенесли линьку. Таким образом, обогащает ее рацион питания. Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет у нас про канареек. Как же содержать канареек после сезона размножения? Друзья, некоторые самочки за сезон размножения, а именно за лето, за кто когда начинает, кто с середины весны, в общем, за сезон размножения умудряются сделать от 3 до 6 кладок. Также стоит сказать, что 6 кладок это крайне нежелательно. 3 кладки это предельно допустимая норма. Ну а там смотрите уже сами по состоянию птицы. Иногда бывает очень трудно остановить канарейку и не дать ей очередную кладку. Допустим, сделала она 2 кладки, собирается на 3-ю. Ну и хозяин может забрать, допустим, забрать гнездо, отсадить самца, приглушенный свет сделать в помещении, кормежку изменить. Или самку, допустим, вообще пустить в пролетку. А она, бедолага, там мается, бегает, крутится, а потом, глядишь, и снесет яйцо. Несколько яиц положит, допустим, на пол, кладку сделает, в кормушку, и все. И вот тебе и очередная кладка. Поэтому тут все строго индивидуально. Некоторые самочки могут 2 кладки сделать и успокоиться, некоторые 3 и успокоиться. У меня вот эта вот самочка в этом году сделала 4 кладки. Ну, я надеюсь, она успокоилась. Вот сейчас, если общим планом снимать, то вы наверняка помните, вот здесь у меня всегда висело гнездо. Сейчас этого гнезда нету, а на месте гнезда остался лишь крючочек и остатки жизнедеятельности птичек. Все птенчики вон они вылетели, это 4-й выводок и 4 птенца. В дальнейшем я также вам сниму отдельное видео, как мы будем мыть клетку после сезона размножения, как будем дезинфицировать, приводить ее в красивый внешний вид, потому что чистота – это залог здоровья наших пернатых. Вот, например, эта пара докармливает 3-ю кладку, свой 3-й выводок птенчиков. Ну, я думаю, что эта пара на 4-й выводок не пойдет. Вон, кстати, нам сейчас есть удивительная возможность понаблюдать за этими птенчиками. Один желтый, другой кофейный. Так вот, здесь пара докармливает птенцов вместе. По поводу, если у кого-то возникнут вопросы, надо держать самца с самкой или не надо держать самца с самкой в период выкармливания птенцов, то здесь все строго индивидуально. Сейчас мы видим, как самец прыгнул на гнездо, и птенцы просят у него кушать. При моем отсутствии самец бы с удовольствием покормил бы птенцов, тем самым помог бы самочке. В общем, друзья, есть несколько теорий. Одна теория утверждает то, что необходимо держать самца вместе с самкой, чтобы он помогал выкармливать птенцов. Так и птенцы получаются крепче, и самка меньше устает. Есть другая теория, вторая, условно говоря, которая говорит о том, что самца не нужно держать с самкой. Потому как он теряет свою песню, наедается, жиреет и может дать пустые яйца. То есть, друзья, здесь уже все относительно, все познается в сравнении. Поэтому сейчас строго судить я не могу, сказать, как лучше, как хуже. Вот здесь у меня самка с самцом кормит вон тех замечательных птенчиков. Вон они там сидят. А в этой клеточке самочка сама выкормила 4 птенчика из 4-го помета. И все у нее тоже хорошо. Они вот уже вылетели, сидят, уже умеют на палочке сидеть. Ребятки, ну как ни крути, но к началу августа, по хорошему счету, период размножения канареек заканчивается, подходит к концу.
И самки, взрослые самочки, взрослые кенара, они идут в линьку. То есть у птицы начинается линька. В это время мы должны активно кормить своих птиц, которые идут в линьку, мокрицей, одуванчиком, щерицей. Ближе к сентябрю, даже я бы сказал в конце сентября, ближе к октябрю пойдет лебеда, пойдет. Там семена хорошие, тоже полезные. То есть ориентируйтесь по месту. У кого-то подорожник есть, у кого-то птичий горец, у кого-то может еще крапива хорошая есть. В общем, все по месту ориентируйтесь, но суть в том, что больше зелени. Листья салата, семена листьев салата, семена одуванчика, которые вы заготавливали. Можно присыпать тертую морковь. Для тех заводчиков, которые живут в городе, в квартире, и у них нет возможности нарвать какой-либо травы, я дам совет такой. Друзья, нажимаем, налегаем на морковку. На рынке можно купить морковку, натереть ее на терке. Также яблоки по сезону. Если есть где-то абрикосы, абрикосы вообще будет чудесно. Если у кого-то есть ранний болгарский перец, сладкий, красный, желтый, зеленый, можно давать болгарский перец. Вот так и это в период линьки. По поводу линьки будет отдельно посвященное видео. Это сейчас у меня просто видео переходное, как самка после кладки останавливается и переходит в линьку. Почему она должна остановиться, почему, ну, выводы должны остановиться. То есть первый прошел, второй, третий, хватит. Если 6 выводов, это слишком будет трудно и не рекомендуется. Вот видите, у меня жарко, и птенчик открыл клюв. Может, он еще не знает, как пить, но скоро он попьет. Друзья, еще хочу обратить внимание, что каждый день, в период линьки, обязательно должна быть купалка. Купалка цепляется на вход, и канарейки без труда садятся вот здесь, порог удобный, и купаются. Глубина воды примерно, ну, на пальчик или 2 сантиметра, я думаю, будет достаточно. Воду можно делать обыкновенную воду, желательно отстойную. Добавлять немножко раствор ромашки, так же, как вы делаете чай из ромашки, вот то же самое купаться канарейкам можно. Ну и в общем и целом, что хочется сказать о содержании взрослых птиц после периода размножения. Поскольку этот период совпадает с началом линьки, то я сейчас вам немножко дал советы по поводу линьки. Мы обогащаем птицу зеленью, овощами, фруктами, ну, у кого что доступно. Если у кого-то есть недоспелые семена подсолнуха, можно тоже предлагать, очень птицы любят. Также даем пророщенные семечки подсолнуха, пророщенные семена канареечного семя. А вот пророщенные семена пшеницы мы убираем, друзья, мы их убираем с рациона, потому что они провоцируют самцов на размножение, самок тоже на размножение. Мы это убираем. Также, если кто-то не знает, то по окончанию периода размножения у самцов и самок поведение становится совсем другое. Птенцы эти, самцы становятся спокойные, меньше начинают петь и переходят в линьку. Ну и в процессе линьки хотелось бы вам пожелать, посоветовать, чтобы вы своих птиц держали в просторных вольерах, чтобы они получали помимо хорошего питания еще и хорошая физическая, ну, способность была у них полетать, побегать, попрыгать. В основном полетать очень важно. Пускай, допустим, они остаются. Самки должны перейти, если есть у кого большие вольеры, то в большие пролетки, чтобы там летали. У меня, допустим, вот эта клетка разводня, она 50-60 сантиметров. Я здесь могу оставлять самцов в одиночных клетках, ну вот, в 60 сантиметров. Самцам здесь будет шикарно даже жить до следующего периода размножения. То есть я не буду их сажать в более тесные клетки. Просто некоторые садят их в тесные клетки, это, в принципе, ну, опять-таки, по возможности. Друзья, хочу еще отметить, что в период линьки стержни пера наполнены кровью. Вот, и поэтому канарейка нуждается в более аккуратном, осторожном, бережном обращении. То есть лишний раз руками не ловим. Если надо куда-то пересадить, просто можно поставить клеточка к клеточке, и чтобы ваша птица туда просто перепрыгнула. В общем, лишний раз руками не трогаем, пока птица линяет, потому что у нее все тело болит. Колодочки нежные.
Особо старайтесь не пугать, потому что птица может биться и повредить свои еще не крепкие новые маховые перья в крыле, допустим. Это очень часто бывает такое. Начинают ловить, птица бьется по клетке и выворачивает молочные свои кровяные колодочки. Тем самым нарушается перо. Сейчас мы с вами наблюдаем картину, как самец и самка пришли на гнездо и вместе кормят птенцов. Но, к сожалению, когда птицы увидели мою съемку, они, видите, замерли. Это еще раз доказывает тот факт, что самец очень хорошо помогает, и он нужен. Главное не перекармливать его, и все будет хорошо. Но опять-таки, кто выращивает именно певчих, чтобы там песня, конкурс, то там уже, друзья, на ваше усмотрение. Можете кеннера отсаживать, и пускай самка сама кормит, чтобы кеннер не потерял песню. Вон, видите, какие карапузы выглядывают. Друзья, на этом мое видео подходит к концу. Продолжение следует. Всего всем хорошего, всего доброго. До скорой встречи, до свидания.